Аннабель, как ты оказалась на пеленальном столике? Ты сама вылезла из твоей кроватки? Мама, ням-ням! Ты проголодалась, мое солнышко. Теперь все понятно. Пойдем, я как раз сварила для тебя вкусную кашу. Сейчас-сейчас будем кушать. Ну-ка смотри, твоя любимая овсяная каша с кусочками фруктов. Первую ложечку за маму. Молодец! Вторую ложечку за папу. Какая же ты умница! Ой, перепачкала свой носик. Третью ложечку за сестричку. Вот как хорошо! И четвертую за братика. И еще осталась самая последняя ложечка. Давай скушаем ее за нашу кошку Мурку. Вот и все, Аннабель. Как ты хорошо сегодня покушала. Вытрем твой ротик и попробуем кое-что новенькое и вкусненькое на десерт. Киндер! Киндер! Нет, это не киндер, а полезные ягоды голубики. Посмотри на них, какие они красивые. Ммм, а какие вкусные! Не буду! Ну, Аннабель, ну попробуй хотя бы одну штучку. Не хочу! Они невкусные! Ты же раньше их никогда не ела. Как ты можешь знать, вкусные они или нет? Не буду! Не хочу! Что же делать? Аннабель сейчас упрямится. Но я знаю, если она попробует хотя бы одну ягодку, то они ей обязательно понравятся. Аннабель, смотри, стрекоза! Очень вкусно! Что это было? Так что, ягодки-голубики. Хочешь еще? Хочу! Еще! Еще! Как мне понравился этот десерт! Теперь я буду всегда просить маму, чтобы она купила мне эти ягодки. Друзья, какой у вас любимый десерт? И любите ли вы ягоды-голубики? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!